Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте сегодня вместе со мной свяжем красивый узор. Он ажурный, подходит для вязания летних вещей, туник, платьев, кофточек летних. Он напоминает узор волны, только расположены они в шахматном порядке. Край узора получается волнообразный, и узор имеет небольшую прозрачность. Пряжу, из которой я вязала этот узор, называется Эгитта. Это 100% египетский мерсеризованный хлопок в 50 граммах 120 метров. Рекомендации вязать на спицах 3-3,5. Я вязала на спицах номер 3. Раппорт узора составляет 12 петель и 16 рядов. Этот узор я буду вязать поворотными рядами. Для вязания на спице я набрала 12 петель раппорта и 2 кромочные петли. Первый ряд я провязала изнаночными петлями, то есть на лицевой стороне он у меня провязывается лицевыми. Первый ряд, первую петлю снимаем, затем лицевая. 2 петли вместе провязываем вместе с наклоном вправо. Эти обе петельки мы провязываем за переднюю стенку. Следующие 2 петли точно так же провязываем вместе за передние стенки. Я разворачиваю вторую петельку, чтобы они у нас смотрели в одну сторону одинаково. Затем 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, лицевая, накид, лицевая, накид. И затем 2 петельки провязываем вместе за заднюю стенку. И еще раз 2 петли за заднюю стенку с наклоном влево. Последняя кромочная изнаночной. Следующий ряд, третий, это изнаночный ряд. Мы его провязываем, как смотрят петли. В этом ряду у нас все петли провязываются изнаночными. Четвертый ряд вяжем только лицевыми петлями. Пятый ряд вяжем все петли изнаночными. Шестой ряд вяжем так же, как и второй. Первую снимаем, 1 лицевая, 2 петли вместе провязываем с наклоном вправо, опять 2 петли вместе с наклоном вправо, за передние стенки провязываем. Делаем 1 накид, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая и четвертый накид. И теперь 2 петли вместе с наклоном влево. И опять 2 петли вместе с наклоном влево. Кромочная, изнаночная. Следующий, седьмой ряд. Этот ряд изнаночный. Вяжем по рисунку. Все петли здесь у нас изнаночные. Восьмой ряд. Все петли вяжем только лицевыми. Первую снимаем, затем только лицевые петли.
Девятый ряд только изнаночные петли. Десятый ряд вяжем. Начинаем с первой кромочной, ее мы снимаем. Затем у нас идет 1 лицевая, накид, 1 лицевая, опять накид, 2 петли вместе с наклоном влево, за задние стенки провязываем, опять 2 петли вместе с наклоном влево, 1 лицевая петля, 2 петельки вместе с наклоном вправо, разворачиваем вторую петлю, провязываем за передние стенки, опять повторяем, 2 петли провязываем лицевой вместе за переднюю стенку, 1 накид, лицевая, 1 накид и последняя кромочная провязывается изнаночной. 11 ряд изнаночный, вяжем только изнаночные петли. Следующий ряд, 12, вяжем полностью лицевыми петлями. В 13 изнаночном ряду вяжем все петли изнаночными. Четырнадцатый лицевой ряд вяжем так же, как и 10. Первый снимаем. 1 лицевая, накид, 1 лицевая, опять накид, 2 петли вместе с наклоном влево, опять 2 петли вместе с наклоном влево, 1 лицевая, 2 петельки вместе с наклоном вправо. И еще раз 2 петли вместе с наклоном вправо. 1 накид, лицевая, 1 накид и кромочная изнаночной. 15 ряд вяжем изнаночными петлями. Это предпоследний ряд Рапопорта. И заключительный 16 ряд Рапопорта вяжем только лицевыми петлями. Тем самым мы с вами провязали один Рапопорт узора в высоту, который составляет 16 рядов. Спасибо за просмотр этого видео. Вяжите с удовольствием и увидимся с вами в следующем уроке.